Зараз, стойте. А это я. Ой, кепочку свою забыла. Ну что, друзья, начнем наше мозгочесание, массажирование, друзья мои, да? Вчера не получилось зайку обсудить, не получилось. Делов много было, ой. Видите, так массажируйте, друзья. Так массажируйте. Вот только не успеете уснуть, друзья, будет интересно. Не успеете, да. А то вы уснете, друзья. Да. Чё. Новости-то какие будут? Новости про зайку. И еще там есть комментарий. Я же говорю, продолжение следует. Поставим немножко. Чухаха. Вот такая хахача. Ой, не наполнишь баночку. Донатиком. У меня донатика нема. На что это напоминает, друзья? Удачи. Грядка, удачи, милые. Вот сегодня удачи, грядка. Так, начнем наши демагогии. Сейчас я найду комментарий, друзья. Комментарий такой. От зайки. Напрягайте. Ой, друзья, обсудим комментарий зайчика. У меня-то комментариев нету много. Вот приходится брать комментарии. У зайчиков, у попрыгайчиков. Вот, короче говоря, пишут. Вот, Инна Королева, вот эту ветку. Тут очень много комментариев. Вот. Ой, ты не из Москвы, а из дурдома. Рейсовые террористы, гнать вас из Турции нужно. 2 ты обожрали, номер к тучи отравили, ПДД нарушаете, депортировать. Это Инна Королева пишет. Вот. Ну, посмотрим, друзья мои. Что же там написали, вот. А вот жгучая брюнетка там смеется, типа того. Вот. Жгучая брюнетка Инна Королева. Ой, ржу, не могу остановиться. Инна Королева пишет. Самое смешное. Дочь прокурора пишет Инна Королева. Прочитала, что 2 отеля обосрали. Так правильно, чини. Тьфу, пля. Уже пишут на сурджики. Инна Королева пишет. Муж, жену еще у коти права отобрать для контента. Инна Королева пишет для дочери прокурора. 2 обожрали и 2 обосрали. Ольга Филинка хохочет такая. Инночка. Милочка Кремович пишет Инне Королевой. Согласна. Пора их строго наказать родиной. Ой. Кстати, ртути. Они должны были доложить на ресепшн в номер. Надо провести дезинфекцию. Да. Скоро в окно начнем кричать. Я проститутка. Ты написала Дина Набиева. Да, Дина. Дина или Бима там. Ну, неважно. Ртуть, это серьезно. Это комментарий Буба. Буба 57. Серьезно, Юля должна это знать. Почему все силы не падают? Телефоны разбиваются, вечно одна рука работает. А второй съемки. Одна рука работает? Сейчас вот это интересно, сейчас я почитаю вам. Ртуть, это серьезно, Юля должна это знать. Почему все у него падает? Телефоны разбивал, вечно одна рука работает. Во второй съемки идут. Она не помогает. Одноруки Сева. Надо было сообщить персоналу. Сами дышать. И кто дальше приедет, тоже пострадает. Ой. Так, даю за ящик помидоров. Вот. Тут одна, миф такой называется. Даю за ящик помидоров. Депортация! В Неньку его! В Неньку! Татьяна Танюшка пишет. Инна Королева, это точно. Жгучая брюнетка пишет. Буби 57. Вся огромная страна СССР била эти градусники, и все живы. Каждой семье это было. Я уверен. Так как других градусников не было. Ой, Буба 57 пишет. Жгучие брюнетки. Можно собрать мокрой ваткой, если рассыпалась ртуть. Откуда мы знаем последствия? Это быстро не происходит. Это тяжелый металл. И действительно, и действия его длинные. Так думать нельзя. С этими приборами нужна особая осторожность. Это мое мнение такое, да. Жгучая брюнетка Буби пишет. Я сама била в детстве. И не раз маленькая, не понимала. Ничего, маленькая, она была маленькая. Ой. Никто не заболел. Убрали полы, помыли и все. Главное, в рот, чтоб не тянули дети. Тогда, может, и все пойдется. Ага. Инна Королева пишет. Народ, он писал комментов под прошлым роликом, что они сказали на ресепшене, что кокнули. И если не брешет, конечно, кокнули. Тоже они там кокнули. Инна Королева.
50 жгучих брюнетки. Не, у меня не было. Хоть я имею ртутные градусники. Я по сей день честная такая. Ну, честная. Она такая честная, честная. И на Королева пишет: милочки кремовые. Да, выдворить их в Днепр и больше не подпускать. Попугай у детской комнаты вообще за икой остался. Что хихи, Господи Иисусе. Вера пишет, Вера Усенко пишет. Ой, и не говорите, били ни одному разу никто не помер. Ой, жгучая брюнетка, пишет Инночки. А мы били, и не только мы все били. Ой, Яна Набеева. И в полиции, и в ЦРУ, и КГБ, на всяких случаях. А то, может, где моя затеряется. А так и привлекут наверняка. Ой, Господи, милые мои. Что ж вы пишете такое, девочки, мальчики? Какой-то КГБ. Ой, вы сами как чижики тут, вот, Вера Усенко. Что бы было, то было. Еще и играли с ней. Так прикольно, эта ртуть расслаивается. Так же соединяется, расслаивается и соединяется, расслаивается и соединяется, расслаивается и поднимается. Фу, бляха-буха, Господи! Все по незнанию. Ирина Жаркова Ольге пишет, Солодкиной 100% играли. И ладошки катали, ничего не знали. А знаете, сколько их в больнице бьют? Даже не догадываетесь, да. Ну, это не электронные, милые мои, не электронные. Ой, Юлия Чайка пишет, обезьяна только ржет, позорит людей с Украины. Инна Королева, Юлия Чайка. Ну, Юлия Чайка, она улыбнулась тебе. Ой, друзья, вот это поможет. Вот, мозга, короче, почистит. И ну все, до 7 числа еще какую дребедень отчебучат. И нам будет что вспомнить, милые мои. Юра Пупкина пишет. Инна Королева, чисто придурок, полностью согласна. Бля, вечно пузыри и слюны придурок. Хуже твоего суржика. Может быть, только суржиговор. Приехали в Турцию, голодно, троица, чисто пожрать. Оля Солодонская пишет. Ирина Жаркова, догадываясь, лично наблюдала такую картину. Админ С. Зим, еще не было прикола над кокой. Владимир Городович пишет. Депортировать! В договоре этого не было! В договоре не было! Вот это все! Мила Кремович админу пишет. Отель памятную табличку повесить. На ходе здесь жил и творил Адамян С.А. Мельней. Инна Королева. Ты, бля, сидела видео со стороны себя саму. Ой, Господи. Боюсь представить этот прикол. Мила Климович, табличку заготовили? Турки. Ну, теряются. Что написать? Приехал вроде Самвел Адамян. А шляется по территории Чаки-Саки. Ой, Господи. Инна Королева пишет админу. Да, нормально. Я посмотрела. Он вот как с рельсами пошутил. Сам обделался. А это самый лучший прикол. Когда самому. Или страшно, или смешно, до усрачки. Инночка, как песня, лучше отсидеть на зоне можно и в пять нахуй, чем с тобою в формай. Зонить, ехай, 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 ехай. Ты отсюда, за грекой. И на Королеву почему 2, 3, и в Ленинопуле подъехали. Так что почти 4. А гранаты. Думаю, 5 котиками из Юлькиного бенджета. Отделаться от турков. Пусть идет. Ночнушки отрабатывает. Зумбой или танцем живота под королеву, ночь. Королева ночь, королева ночь, я такая королева. Ху-ху-ху, Господи Иисусе. И на королеву пишет, отвечает Лая. Линолеум и золотое кольцо не считается. Там они не успели все сожрать, там они догонялись. Ой, это учи тебе, суржик. Русский не знаешь, как, впрочем, и украинского. Ржет, сиди. Полный дебил, тебе мини. Ой, Господи, тут очень большая ветка, друзья мои. Вот, тут последнюю сейчас прочитаю, вот эту вот. Если это опасно, почему градусники продают в открытом доступе? Всем без ограничения. Ну, тут это импортный металл. Он не испаряется, только в соединении с некоторыми химическими реагентами. Да-да-да, милые мои, вот. Помещение. Находиться нужно. Да, милые мои. Вот такую мы веточку прочитали. Иначе королёк. Ой, милые мои, всем спасибо. А я пошел чистить мозг. Вот этой вот массажировать, друзья, массаж делать. Смотрите, друзья, чтобы в глаз вам не попала вот эта вот чебуречка, вот, понимаете, а то попадет и видеть перестанете. Да, а с вами был Сергей Ратиш. Из дурдома. Вести из дурдома, милые мои. Обсудили, обчехвучили. Все, милые мои. Люблю, целую, обнимаю. А с вами был Сергей Ратиш. Ой, пишите там свои комментарии. Вот такой бубу. Чтобы банку нам поставить, нам нужно, чтобы мозг сюда влез.
нужно банку приставить, да, жидкости наполнится, и все, окей будет. Да, почему и все, люблю я вас, целую, я понимаю. Бантик еще, бантика не хватает, вот так, хы-хы-хы сделать, все, пока, чу-хи-хи-то, чу-хи-хи, все, ладно, милые мои, пока, девочки-мальчики, у-ху, пока. Ля-л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 я-